Привет, дорогие друзья! Снова с вами Зомбирус. Сегодня прям богатый день на новости по пятой батле. Половина у нас официальная, а вторая половина от парней, которые в декабре начали сливать инфу про батлу 5. Начнем с официальных новостей. Сегодня в официальном инстаграме Battlefield кто-то спросил про количество фракций на релизе. Кстати, данный вопрос я задавал на закрытой презентации, и мне тогда ответили, что не могут сейчас сказать. Сегодня пользователи Инстаграма получили ответ. На старте игры будет всего две фракции – британцы и немцы. Остальные фракции будут добавлены в рамках сервиса Tides of War, то есть ивенты, которые будут расширять базовый контент игры. В конце ролика я поделюсь своими мыслями на этот счет, так как с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Теперь перейдем к сливщикам, которым я уже не верю после новости с фракциями на релизе. Сегодня Дракис Дэн выпустил видео, где рассказал про 10 карт, которые нам следует ожидать в Battlefield 5. Мол, инфа от хорошего источника из DICE, название карты, играющие фракции могут измениться. Первая карта – операция Market Garden. По его словам, эта карта может появиться в альфе или бете Battlefield 5, так как она самая допиленная на данный момент. Хотя я не уверен, так как операция Market Garden проходила в 44-м году. А Battlefield 5 поначалу будет рассказывать о падении Европы в начале войны. Вторая карта имеет кодовое имя ГУЛАГ. По его словам, эта карта будет в стиле операции метро, дикий Close Quarters с тремя линиями, боковые и мид. По названию понятно, что будут воевать немцы против русских. Третья карта – Castle Eater. На карте будет многоуровневый замок, воевать будут США и немцы. Карта тоже в стиле Close Quarters. Четвертая карта – Duke Forest. Немецкий лес в стиле Каспийки. Воевать будут французы против немцев. Пятая карта – Битва за остров Крит. Битва бритов против немцев. Кстати, что-то греческое мы уже видели на концептах Battlefield 5. Шестая карта – Pearl Harbor. 41-й год, морской порт и наступающие силы Японии. Седьмая карта – Wake Island, классика серии Battlefield. Как и на прошлой карте, будут воевать Соединенные Штаты против японцев. Восьмая карта – Битва при Эль-Агелла, 1942 год. По словам Дэна, там будут воевать Франция, простите, откуда они там? Там воевали бриты, против Италии. Девятая карта – Операция Ниба, карта схожа с пустыней Бандар. И основной фокус будет сделан на авиацию и наземную технику. Воевать будут бриты против Италии. Место действия – Северная Африка. Африка, которая тоже появлялась на артах Battlefield 5. Десятая карта – Операция Искра. Битва СССР против немцев в Карелии. Плюс Дэн сообщил, что системы свитспота в Battlefield 5 не будет. Многие вещи, на мой взгляд, очень спорны в этом сливе, но утверждается, что эти карты, возможно, не будут доступны сразу. После официальной новости о двух фракциях на старте, я лично с недоверием отношусь к этому сливу, так как ничего не сказано о Норвегии, которая будет на релизе. А еще во многих сливах Дэна много ошибок, например, классовую систему он обещал в стиле Battlefield 3 или 4, а мы по факту получили классы из Battlefield 1. И можно прикопаться к Market Garden, который будет в бете. Это как, если на старте нас ожидает 40-е годы, начало 40-х. В общем, пока доверия нет к этому источнику, но если он окажется прав, то это отлично. Теперь о двух фракциях на релизе. Положительная сторона. Мы будем получать более проработанный контент в рамках сезона. И это все. Негативная сторона. Вы думаете, что мои постоянные крики про недопил это какой-то хейт? Нет. Это было реально. Но надеюсь, что в случае с Battlefield 5 мы не получим вырезание кор-механик игры. Наоборот, нам добавят новые кор-механики, которую мы уже видим в лице постройки оборонительных сооружений. Но я боюсь, что на релизе будет мало всего, так как на закрытой презентации нам были показаны фишки в технической альфе Battlefield 5. Игра на данный момент, судя по всему, очень сырая, а концепция игры сервиса может это все скрыть. Мы получим две фракции на релизе, это официально. Небольшой набор карт и небольшой арсенал. Возможно, все спасет визуальная кастомизация, которой будет очень много, если судить по первому трейлеру. Честно, мне сегодня стало очень страшно за новый Battlefield, так как на бумаге это отличный проект. Возможно, один из лучших Battlefield. Но вот такое позиционирование, как разделение базового контента на сезоны, это какая-то дичь. Именно это может привести к мгновенному падению онлайна. Первый крупный ивент будет лишь через 3 недели после выхода игры. Надеюсь, будет достаточно контента, которого нам хватит до первого крупного обновления. Также боюсь, что могут сильно растянуть
прокачку всего, чтобы не сильно бросалось в глаза отсутствие контента. Помните анлоки за 10 ранг в Battlefield 1? С 3 по 10 ранг мы ничего не получали, и этот путь был запредельно долгим. Плюс, если будет мало контента, то игра точно может просесть в продажах между такими титанами, как Black Ops и Red Dead Redemption, в которых по-любому базовый контент будет в достаточном количестве. Но мы держим кулачки и надеемся, что эти все страхи напрасны. Осталось ждать совсем немного. Через 10 дней мы увидим первый геймплей Battlefield 5 на EA Play, стрим которого вы сможете посмотреть здесь. Ну и думаю, на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И напишите в комментариях, как вы относитесь к двум фракциям на релизе Battlefield 5. Увидимся на поле боя. Всем удачи, всем пока. Ну что, команда непростая. Многие идут не своим годом после отсрочки. Так что ты сначала...